Галерея работ Михаила Майбородина, состоящая из 63 картин, развернулась в Брестском выставочном зале областного общественно-культурного центра. «Окраина», «Дорога через хутор», «Июльское утро» – название картин художника говорят сами за себя, ведь писать в жанре пейзажа – его любимое занятие. Но все же в представленной экспозиции тематика и жанр работ регичинского художника разный – от натюрморта до портрета. На вопрос, почему выбрана живопись маслом, отвечает. Во-первых, я люблю эту технику. Ну, во-вторых, как-то я с детства работал акварелью, но акварель, вы знаете, долго не хранится. Бумага там же может пожелтеть и так далее. Ну и, во-первых, у меня брат старший, он занимался, рисованием копий на холстах, рисовал маслом. И я так смотрел, как бы мне это начать. Работать масляными красками. Этот вернисаж приурочен к 70-летнему юбилею художника. Всю свою жизнь Михаил Алексеевич посвятил любимому занятию – живописи. Кроме того, он более 30 лет учил детей рисованию в Драгичинской школе искусств, помогая раскрывать и взращивать новые таланты. Одновременно с педагогикой художник постоянно оттачивал свое мастерство, создавая изысканные полотна, делясь талантом и радуя зрителя. Данная выставка, она непосредственная, своей непосредственностью может удивить горожан города Бреста. Потому что в последнее время у нас выставки все больше авангард, скульптура, члены союза, какие-то там Шагал, в конце концов, был в этом году. Вот. Но мы не забываем и провинции, потому что есть в регионах такие самодеятельные художники, которые заслуживают нашего внимания. Это действительно подарок городу Бреста, потому что здесь каждый житель города Бреста увидит уголочек, может быть, своего дома, своей родины, где он жил, что. И, я думаю, расчувствуется каждый. Умение художника на протяжении нескольких десятилетий сохранить свой почерк, свою индивидуальность и манеру письма дает повод для восхищения многим зрителям. Выставка «Родные берега» продолжит работать до 1 декабря. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.